День добрый, приехала ко мне посылочка из Америки с фигурками Funko Pop. Это вторая моя посылка, сайт все тот же, fan.com. Сейчас, правда, из-за доллара дороговато выходит, чем раньше, но все равно я за эту посылку заплатил около 50 долларов, это 951 рубль за фигурку уже вместе с доставкой, дешевле, чем у нас. А если учесть то, что они редкие, их достаточно тяжело найти в России, то можно себя разок побаловать. Ну так, давайте вскроем, посмотрим, что ко мне приехало. Это Мистерио. Вот такой вот интересный у него шлем. Так, далее у нас Леонардо да Винчи. Тоже достаточно редкая фигурка. Винсент Ван Гог. Коробочка оформлена в его стиле, его картиной. И последнее. Дементор. Это та фигурка, которую я больше всех хотел видеть в своей коллекции. Я уже через коробку вижу, насколько она детализированная. По каждой из этой фигурки будет отдельный подробный обзор. А вы пишите в комментариях, на какую сделать первую. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.